Я Виктория Пименова. Приветствую всех зрителей канала 12. Очередной выпуск новостей сейчас готовится к эфиру. И вот лишь некоторые темы, о которых расскажут сегодня наши журналисты. Чапаевские грузоперевозчики против введения дополнительных федеральных сборов за каждый их километр. Свои возмущения они выразили сегодня на общем собрании. Подробности в новостях. Ни много ни мало 100 лет. Такой юбилей отметила сегодня череповчанка Тамара Рудакова. Секретом долгой жизни она считает постоянный труд. В гости к юбиляше пригласили и нашу съемочную группу. Итак, не пропустите полная информационная картина дня в вечернем выпуске новостей. Встретимся в этой студии в 20:30.